Всем привет, дорогие друзья! На связи вновь студия Arena 4 Game. У микрофонов по-прежнему я, Максим Чейф, и Герман Громов. Громчик, ты с нами? Да, ребята, всем привет, привет, приветосики! Мы открываем ставочки! Йоу! Ставочки, поехали! Ну а мы сейчас с вами посмотрим за нашими бойцами. Открывают наш боевой вечер на сегодня два коллектива. Это коллектив «Формация». Против коллектива «Домашние стрелки». Ну что ж, посмотрим, что у нас здесь будет происходить. В принципе, как всегда, надеемся на то, что будет у нас достойное противостояние. Карта «Мид». И каким же вектором атаки сейчас будут у нас пользоваться бойцы коллектива «Формация», сейчас посмотрим. Но вот как мы вчера с вами наблюдали, особо у ребят катка не зашла вчера против бойцов коллектива «Лейс Классик». Но зайдет ли сейчас, узнаем. Есть уже работа на позиции длины. Также здешний пытается как-то отыграть у нас по центральным кафе. И здесь у нас Джакоба отлетает моментально. И пока что противостояние по ЦК у нас продолжается. Но здешний поймал по себе летальный демедж. Еще и ХАЕшка моментально отлетает с этого раунда. Лотус Орб получает по себе демедж, но кот все-таки находит у нас размен под позициями длины. 720 пытается как-то атаковать сейчас центральное кафе, но прекрасно понимает то, что особо ему там ловить нечего. Там будет его встречать перекрестный огонь, и пошла перетяжка уже под позиции Б-сайта. Лотусор будет закрывать спину своим тиммейтам, но здесь еще и C5 уже в ход пошли с первого раунда. Ломка есть минус на 720-го, а Конгейдж моментальный размен. По ломке есть информация, в принципе, хилится, живет, 29% здоровья, но Лотусор отлетает моментально, ломка оформляет даблкил, даже триплкил. Триплкил от ломки, ну и в соответствии первый раунд в активе коллектива «Домашние стрелки». Смотрим далее, но пока что оборона у нас выглядит действительно неплохо, ребята хилятся, живут, но вот сейчас как-то толпой попытались ворваться на позиции вина беты и сразу же получили просто оплевуху от ломки, довольно-таки неплохо засейвил позиции, но... Смотрим далее, что у нас сейчас будет. 720-й по-прежнему на длине. Кос, если что, в роли саппорта. Но от ХАЕшки далеко не уйдешь. Имеется у нас open фраг. Смотрим далее. Кос также отправляется в небытие. Но здесь Лотусор моментально находит размен под позициями перед скафе. И пока что бойцы коллектива «Формация» отыгрывают втроем против четверых бойцов коллектива «Домашние стрелки». Но, в принципе... Преимущество в одного, не такое уж и большое, можно отыграть и забрать уже преимущество в свою копилку. Ну а сейчас Джакоба будет сейвить позиции центрального кафе. Лотус Орб моментально понимает то, что в ЦК лучше не суваться, там снайпер, и кто знает, когда этот снайпер в тебя попадет. Если что, будет шот мгновенный, но сейчас Конкевич у нас испытывает судьбу на позициях длины, но пока что ничего хорошего ему тут не светит. Сидит до последнего, а здешний тем временем уже накаляет позицию под позициями Б-плейнта. Лотус Орб с бочки отправляет своего соперника отдыхать, но здешний от Китхае также забирает своего визави, но отправляется за ним следом. Плент уже установлен, Конгевич готовится сейвить позиции центрального кафе, и если что, будет заход с КТ-спавна, то тоже сразу же поймает здесь своего соперника. Но, в принципе, там работа уже пошла на позиции длины, потихоньку-то помаленьку. И Джакоба тем временем через КТ-спавн заливается. Но здесь Лотус Орб моментально минусует своего соперника и оформляет даблкил. Ну что ж, ответный раунд от коллектива «Формация». Счет становится 1-1. Молодцы. Так, ребята, ну что, поехали дальше. 1-1 на табло. И сейчас команда «Формация» наконец-таки смогла забрать первый раунд в атаке. Главное, чтобы вот эта страсть ко взятым раундам, она у них не прекращалась. Потому что если они сейчас на минутку расслабятся, то это может сказаться вообще никак не на руку. Ну что, у нас есть open фраг от Лотус Орба под Альфа. И неплохо подорвал на бочке своего соперника. Вот еще и размен вновь от Лотус Орба. Джакоба пытается его прожать, но Лотус Орб трипл килл уже оформляет. Ну и Марасаки Бара... здесь делает один размен, конечно, но его, я думаю, здесь просто защемит. Ну нет, кстати, он делает даблкил уже, тем самым препятствует здешнему дальнейшему прохождению по длине. А в это время 720 уже устанавливает бомбу под Б. Нормально, ломка зарядил еще голову по здешнему. Здешний, я так полагаю, остался на длине. Да, ну и, соответственно, поплатился за это. Нужно было сразу убегать, но почему-то не убежал. Ну что, ломка у нас центральную кафе отыгрывает. А его тиммейт Мурасаки Бара отыгрывает из-под КТ-спауна.
Ну что, позиция у них, в принципе, хорошая, но главное, чтобы синхронно выходили, потому что если будут не синхронно, то поубивают по одному. Но 820 находит первого. Ломка есть, размен по второму. Ну и Кос, один на один с ломкой. Кто же кого здесь заберет? Ломка! Есть дэмэдж, есть голова от этого парня. Ну что же, второй раунд забирают у нас игроки обороны. Ну что, команда формация была на самом деле сейчас в очень большом плюсе по игрокам. Ситуация была 5 в 3, даже 5 в 2. Но Мурасаки вместе с товарищем Ломкой перевернули этот просто раунд с ног на голову. Ну и сейчас, ой-ой-ой, здешний ПЦК попытается отстрелить Джакоба, но пока что попытки тщетны. У нас очень сидит прям замаскированно Джакоба. Ой-ой-ой, наконец-таки есть минус от здешнего. Все, у нас отпал курятник. Теперь, возможно, нужно как-то быстро занять позицию бета или альфы, дабы как-то, ну, рассинхровать команду обороны, чтобы не успели быстро сместиться. Это нужно все вместе прям пойти и выжимать одну позицию. Кстати, Лукас Ретерн у нас один под альфы и делает минус. Неплохо. Также приходит и Эд Вейл. Сейчас забирает своего оппонента, но Лотус Орб делает размен. 3 в 3. 3 в 3 это гровка. Здесь есть небольшой фейл за командой Формаце, потому что, да, после минуса на курятнике не последовало молниеносной какой-то аркады под альфу либо под бету. Тем самым они могли себе просто максимальное преимущество обеспечить на четвертом раунде уже на карте Метаун. Ну и второй раунд сейчас им очень нужен. Очень нужен. А здесь, ой-ой-ой, на бете ломка. Пока что не понимает, что винку уже зашли, но сейчас, я думаю, он сразу будет в курсе. Так, ну что, ломка от третьего лица чекает, да, видит двух игроков на винке, но и сейчас этому парню придется действительно очень тяжело. Есть дэмэдж по 720-му и пачка уверена. Лотус Орб также получает по голове. Ломка, что ты делаешь? Остановись, ну и снайпер команды формации остается в соло. Здешний промазал по ломке сейчас, но я думаю, его песенка здесь спета. Еще один ваншот по лому залетает, ну, наконец-таки все-таки добрал, но там еще... Лукас Ретерн у нас сидел на позиции зонтов, и это уже 3-1. Но здесь у нас с самого начала просто начинает проглядываться доминация бойцов коллектива «Домашние стрелки». Как они будут продолжать вообще отыгрывать против своих соперников, мы посмотрим. Но здесь, в принципе, у бойцов коллектива «Формация» какие-то просто жесткие изменения в том, как они начали играть, да. То есть мы все с вами помним те моменты, когда «Форматы» просто задавали жару своим оппонентам. Они отыгрывали неоднократно дивизионы, да, просто... Была очень-очень жесткая игра у них, а сейчас что-то пошло не так. Просто на спад, как мы с вами видим по статистике, у нас Lotus Orb 8-3. Остальные просто все в минусе у нас находятся. Никто никак не пытается хлоповать своему тиммейту. Ну и вот пока я обсуждал действия бойцов коллектива «Формация», здесь уже у нас они активно атаковали позиции Аплента. И в соответствии забрали второй раунд в актив своей команды. Счет становится 3-2. И опять же преимущество становится всего лишь один раунд у бойцов коллектива «Домашние стрелки». Но, в принципе, они уже неоднократно доказали то, что в их силах отыграть вот это вот преимущество, уже забирать там два раунда, а то и три. Но здешний у нас остается в соло под позициями семерки, в принципе. Скорее всего, во время самой большой шумихи под позициями аплента, когда уже пойдет перетяжка с Б-сайта, то тогда вот он сыграет свою коварную роль, но пока что сидит. Пока что сидит до последнего, ну и если кто-то будет аркадить позиции семи, то в соответствии попадется в его капкан. Но смотрим. Смотрим, я, кстати, что... Максим, думаю, что мы с тобой допустили небольшую ошибку. Не домашние стрелки, а домашние стрелки, наверное. Типа онлайн-хиро, хоум-хиро, все дела. Я тут подумал просто под названием. Наверное, все-таки домашние стрелки будет правильно. Возможно, возможно. Ладно, давайте так и будем называть этих бойцов. Но тем временем вот здешний не досидел. Не досидел, все-таки я ошибся в его роли в этом раунде. Я думал, будет аркада у нас какая-то на позиции... Аплента, и в этот момент он вылезет. Но он сейчас просто полез на рожон за это и получил по шапке. Тем временем пошли размены уже под позициями Аплента. Но здесь просто бесщадно ребята разбирают своих соперников. Кангевич остается в соло. Есть хедшот от него по Джакобу, но вот на двойке еще есть соперник, 27% здоровья у которого надо бы разобраться. Но вот Кангевич пытается сейчас этим заняться. Но нет, нет, отпускают пока что с поля зрения Аплент, и Кангейдж принимает решение уйти на КТ-спам. Прекрасно понимает то, что, возможно, аркада у нас здесь где-то с курятника, но пока что нет никакой аркады. Кангейдж активно уже передвигается на позиции Б-плента, а тем временем эту точку совершенно никто не чекает. Ломка у нас под длиной находится сейчас, и Мурасаки Бара находится в центральном кафе.
27% здоровья как раз таки у которого. Плент установлен, и Кангевич СУА-93 готовится принимать уже центральное кафе. Но, кстати, выбирает довольно-таки агрессивную позицию. И здесь первый выходит к нему в лапы, и пошло, поехало. Но патроны еще кончаются, предательские на дуалах и на одиночном режиме. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как сейчас просто вот эти патроны подставили нас Кангевича. Но, тем не менее, молодец. Очень неплохо отыграл. Но вот, кстати, ломка у бойцов коллектива «Домашние стрелки» сейчас сдает жару. Сдает жару, конечно. Ну, смотрим вот далее. 4-2. Красивый момент, только жалкая реализация, да, небольшая невнимательность. Игрока команды «Формация» здесь подвела. Кангевич все сделал правильно, все сделал верно. То есть выждал двух соперников, начал нашивать, но... Патроны предательские закончились. Оружие щелкнуло затвором и погибает последний игрок. И четвертый раунд для команды обороны. Ну что, домашние стрелки выходят вперед, уже двукратное преимущество. Но здесь Конкевич и Вальф уже пропустили. Как так? Непонятно. Лукас ретерн. 3 хп. Его моментально Конкевич также забревает. Альфа уже устанавливается. Здешний также забирает на прогрение ломку. И это уже 3 в 2. Хотя, казалось бы, преимущество вновь было у команды домашние стрелки. Джакоба. Ой-ой-ой, в спину мог здесь полоту сорбу нашить, но как же оба игрока ловят не совсем удачный тайминг для себя. Так, а здешнего залетает инфа по ЦК. Ну и пошел дэмэдж по Джакобу. Джакоба здесь явно уже никто его не отпустит. Скорее всего, третий раунд уверенно очень упадет. Да, третий раунд есть за форматами. И три раунда в атаке уже, в принципе, неплохо. Но опять же, есть куда стремиться. Вполне себе можно выиграть и половину первую даже. Но, опять же, форматы должны понимать, что ни в коем случае расслабляться им нельзя. Нужно как-то, наоборот, еще больше с каждым раундом себя подпитывать такой моралью. Типа, братишки, давайте, нужно бахать еще серьезнее, расслабляемся. Только три раунда забрали, нужно еще. Ой-ой-ой. 720-е погибает нас. А вот здешний, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Эйдвейл сделал даблкилл перед тем, как его все-таки убил здешний, но все-таки АИМ здесь немножко игроков команды «Формация» подводит. Залетают новинку ребята, Джакоба здесь 100 хп хилится, живет, мансует от гранат и так далее, но здесь его, я думаю, все-таки доберут в любом случае. 35 хп до сих пор живет, лотусорб есть размен, Кос также забирает ломку и... Последний Мурасаки Бар остается один против троих игроков «Формации». Ну что, 4-4 очень близко. Да, 2 хп остается, и здешний его забревает. Ну что, последний раунд первой половины. Кто же возьмет эту самую половину, узнаем прямо сейчас. Немного не понимаю, почему бойцы коллектива «Формация» вот не всегда делают такие вот раунды. Да, у них зашел фаст под альфу. Ребята очень активно зашли. Хаешки плюс ЦК взяли позиции альфы, установка фугаса, и далее спокойно отыграли на удержание. Сейчас то же самое с бэплейнтом у них произошло. Спокойно нашли опенфраг, задавили просто своих оппонентов количеством. Ну и далее поставили плейнт, опять же отыграли на удержание. Но здесь вот, пока я это все рассуждал, Мурасаки Бара оформляет трипл килл. Просто останавливает вектор атаки на позиции аплента, и здешний остается соло против троих своих оппонентов. Откид хае под широкую. Спалил своего соперника. Есть минус у нас ломка, но здесь еще двое визави уже подтягиваются под позиции бплента, и там работа уже через позиции зонтов идет. Ну вот, кстати, двух MVP команды соперника уже отправляет в небытие у нас здешний, но сам остается с 4% здоровья, и там еще Джакоба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тише. Здешний, так хорошо идешь и так можешь упасть сейчас. Просто как слон вышел на позиции 7, и там, конечно, Джакоба слышал своего соперника. Но у Джакоба у самого 20% здоровья. Ну, в принципе, если здешний ему куда-нибудь в пятку попадет, то, возможно, не сваншотит. Если вообще попадет, тоже остается под вопросом. Но установка плента уже производится. И Джакоба ждет под позициями 7, а тут садится у нас все-таки здешний под стандартную нычку. 44, да, уже 40 ракет набросил здешнему. 4% здоровья, но не будет ведь никакой информации по винке сейчас. Что ж ты делаешь? А нет, есть, все, есть инфа, будет сидеть до последнего. Но вот если сейчас Джакоба выйдет, то тут проблемы. Пошел дэмэдж, ну, конечно, здешний забажил для своей команды. Трипл килл оформляет, просто 1 в 3 с мизером на хелсбаре. И забирает все-таки коллектив «Формация» первую половину карты Midtown в свой актив. И в соответствии ребята забрасывают неплохую заявочку на то, чтобы победить уже на этой карте, в этом противостоянии, и передвигаться далее по нашей турнирной сетке боевых будней. Ну...
Смотрим. Смотрим, что будет на смене сторон. В принципе, домашние стрелки у нас показали тоже очень неплохие результаты. У них хороший настрел. Ребята спокойно хелпуют друг другу, да, тимплей проглядывается. Но вот как-то вот в последнем раунде я бы не сказал, что тимплей был прям на высшем уровне. Ребята по одному просто вышли на своего соперника. Ну, за это головами поплатились, соответственно. Но вот сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что они будут делать, как будут выстраивать вообще свою атаку, как будут работать у нас снайпера. Я помню, Джакоба играл с кемпой, да, он и сейчас будет начинать с читаком М200 РУС. Ну и, соответственно, пойдет ли у него рыбалка на позициях центрального кафе, или же все-таки отправит его первым делом в тавер. Но сейчас узнаем. Рибалка. Пойдет ли рибалка сейчас у этих парней? Посмотрим. Посмотрим. Ребятки, всем привет, кто вновь подключился. С вами сегодня Герман Гром, Максим Чеев, как всегда. Ну и что же, первая карта на сегодня между домашними стрелками и Фармация. Металл. Первая половина закончилась в пользу команды Фармация. Отыгрывали не за атаку, сейчас продолжают в обороне. И команде домашние стрелки нужно здесь лихвой компенсировать упущенные раунды за оборону. Но здешний пока что говорит: братаны, никакой вам компенсации, никакого камбэка. Правда, 9 хп у здешнего остается, но open фраг за ним. И за его командой, тем самым морально уже даже немножко как-то не по себе, наверное, команде домашние стрелки. Но опять же, все-таки если одна пуля залетит какая-нибудь рандомная, да, вот она и залетает от Эдвейла по здешнему, то ГГ. Лотусоров выходит с двойки, начинает перестрелку и минус 2 моментально оформляет, только после этого ломка оформляет размен по Лотусорбу. Но вот Конгеевич сейчас новинки будет принимать Лукаса и очень уверенно. Ну, соответственно, ломка 1 в 3, позиция его примерно, я думаю, понятна. Ну и сейчас, если Кос выйдет у нас с двойки, сразу же последует стопроцентная информация по последнему игроку коллектива «Домашние стрелки». Но ломка принимает решение идти под линии. Решение, я бы сказал, верное, но есть одна загвоздочка. Это Кос. Это Кос, который сидит на БТРе, ну и ой-ой-ой, сразу смещается 720-й компания. А здесь, ой-ой-ой, ломка может выйти по таймингу в спину, но есть выход и есть пачка. Неплохо, 1 в 2. Времени, еще вагон и маленькая тележка. Ну зачем же так торопиться, ребят? Торопиться не надо, еще времени очень много было, целая минута до установки бомбы, можно было еще 3 раза карту все обойти и потом только поставить бомбу. Ну поспешил. За это и заплатил, 6-м раундом не для своей команды. Форматы впереди, у них пока все хорошо. И вот проход под линию у нас планируется от команды домашней стрелки. Лукаса провожает под БТР и есть open фраг от Лотусорба. Там же Мурасаки Бара будет проходить и еще голова от Лотусорба. Что творит этот парень? Что с его аимом? Он просто как-то безбожно выстреливает своих оппонентов одного за другим. Ну и сейчас уже вдвоем вновь ломка и Джакоба остаются воевать. Правда, Джакоба уже на позиции вина. А Конгевич-то, я думаю, видел его прекрасно. Да, ой, Джакоба целит у нас центральное кафе. Но он не знает, что сразу здесь сидит на зонтах и Конгевич. По Конгевичу вообще инфы нет. Конгевич вообще до последнего не палит эту точку. Так. Есть заход в винку, Конгевич залетает на 720-м винку, хоронит первого, ломка отвечает разменом, но опять же, это ненадолго, здешний забирает последнего игрока коллектива. Домашние стрелки, и еще становится на табло 7-4. Ехали далее. Пока что стоило мне только раскритиковать бойцов коллектива Формация. Сейчас они просто просыпаются. У них действительно начинается очень хорошая игра. Но вот сейчас боюсь сглазить. Не хотел до последнего хвалить сейчас ребят, чтобы продолжали в том же духе. Но вот сейчас молодцы, я не удержался. Молодцы, конечно, парни. Очень хороший аимчик сейчас просыпается. Ну, по крайней мере, у двух игроков коллектива Формация это точно. Это здешний Лотусорб. Но вот смотрим далее, в принципе, о остальных игроках судить пока что не могу, поскольку просто до них оппоненты не доходят. Но сейчас Конгевичу улыбнулась удача, приходит к нему двое визави и также отправляется в таверну. Тем временем Лотусорб продолжает сейвить спокойствие центрального кафе. Здесь была попытка захода, но он ее моментально пресекает. И тем временем есть размен по косу на позициях длины. Подаркой пошла перестрелка, опять же ломка зачекал своего соперника. Но Конгевич просто на рожон полетел и за это получил по шапке, но 720-й моментально разменивается и зарабатывает уже 8-й раунд в актив своей команды. Счет становится 8-4. И парни берут уже 4 раунда преимущества над своими соперниками. В принципе, это просто супер. Это просто супер. 2 раунда сейчас отделяют от победы бойцов коллектива Фармация. Пока что атака у нас терпит фиаско.
Но вот как они будут далее действовать, пока что неизвестно. Вот сейчас забросили смок на позиции центрального кафе. Почему бы не зайти? Почему бы не зайти под этот смок? Чего выжидают ребята, я просто не понимаю. Но вот под позициями длины потихоньку занимают позиционку, чтобы атаковать. Уже подошли под БТР-ку. Соточка там у Марасаки Бара находится на Хелсбаре. Но вот заход явно не удается под позиции Аплента. Здесь Лотус Орб сейвит своих тиммейтов как может. Еще и Коз находился на позициях Аплента. Но Кангевич тем временем пресекает заход на позиции Бэплента. От Лукаса есть размен. 720-й просто с двойки не прощает. Не прощает своих соперников. И здесь же здешний у нас просто хелпать своему тиммейту. Есть минус и девятка в активе формата. Ну что, матчпоинт. Пока что ни одного раунда в атаке не берут ребята из домашних стрелков. Но сейчас попробуют, наверное, фастом куда-то сыграть. Джакоба залетает в центральное кафе. Там здешний вообще не готов к этой аркаде. Но Лотус Орб как же своевременно он оказывается на этой позиции. Снова минус 2 от него. Лотус Орб просто батя. В легендарный дивизион этого парня надо. Ну, вместе с Кангевичем. Да им всем надо в легендарный дивизион, правда? Иногда у этих ребят как-то бывает не идет. Не идет, но индивидуально каждый парень вообще из этой команды просто очень классно играет. Ну что, 3 в 4. 3 в 4, а нет, 3 в 3, прошу прощения. 3 в 3, я ошибся. Здешний забирает ломку, но бомба установлена. 27 хп у Лукаса. Его начинает прошивать через дверь. Еще конечно, кидается минус от здешнего парил по Лукасу. И Мурасаки Бар остается 1 в 2. Еще нужно 2 их забрать, но Лотус Орб трипл килл очередной для себя оформляет. И это 10-4. Просто без шансов для команды домашние стрелки. Ну, молодцы. Молодцы. Конечно, здесь форматы просто поднимаются сразу же. Один Лотус Орб чего стоит, что первая половина, что вторая. Просто выкладывается не то, что 200, на 300% для своей команды. Везде он самый основной саппорт своим тиммейтам, что в ЦК, что в Альфе. То есть, две позиции, можно сказать, держались на его плечах. Но, тем не менее, его труды оправданы. 10-4. Победа форматов. Они продвигаются дальше по сетке. Ну, а мы смотрим, кто у нас победитель в ставках. В ставках ВКонтакте победила Ангелина Тетерина. В очередной раз, Ангелина, поздравляем тебя. Сейчас я выдам тебе твой код. А на Твиче каталонец Городской также ставил на 10-4 в пользу Формаце. Соответственно, ты тоже, дружище, получаешь свой подарочный код. Ребят, никуда не расходись. Мы вернемся прям очень-очень скоро со вторым матчем на сегодня. Их будет целых 3. Поэтому 2 матча еще впереди, кто пропустил первый. Не скучайте, не грустите, просто похрустите. Как рекламный слоган какой-то звучал. Ну ладно, ребят, слушаем музыку и возвращаемся к вам уже совсем скоро.